Поехали ко мне, отметим. Нет, поедем в кафе, нормально отметим. Денег нет. Спокойно, мне Мишка дал. Так что я представляюсь. Повезло тебе с братом. Ой, не говори. Знаешь, после того, как родителей не стало, у меня и мать, и отец. Не знаю, что без него делать. Ура! Ура! Здравствуйте. Привет. А Миша где? А Мишаня спит еще. А. Я Марина. А, Настя. Ой, извини. Чуть не подгорел. Мне Мишаня говорил, ты в пединституте учишься? Ну да, я уже закончила, вот в аспирантуру собираюсь. А я тоже туда поступать хотела. Ну, вовремя одумалась. Туда же одни девчонки поступают. Я представила, что я 5 лет буду в бабском коллективе учиться. Ну, я же не за этим туда пошла. Ну, знаешь, Настюша, это тоже важно. Маринкой спать ложимся. Спокойной ночи. Угу. Малыш, ну ты чего такая? Что, он теперь все время у нас ночевать будет? М? Ты чё? Конечно, нет. Ты ведь меня знаешь. Я и с одной женщиной долго. Угу. Да. Вообще ничего, весело было. Только сестра твоя все время куксилась. У нее все время настроение такое плохое. Не привыкла еще. Мы с ней столько времени вдвоем жили. Теперь ты появилась. Ну ты же должен был когда-нибудь жениться. Мне все же время с ней нянчиться. Могла бы порадоваться за брата. Да ладно, не парься. Она просто пытается пометить территорию. Мне кажется, что она просто меня больше не любит. Настя, ну да чё? Ну кого ему еще любить? Ты ему самый близкий человек. Ну да. Слушай, а может, правда, квартиру разменять, а? Хотя, ты же максимум 2 комнаты в коммуналке. Ты даешь, подруга.
Фиг она пойдет в коммуналку, Марина твоя. Она за эту квартиру до последнего держаться. А зачем ей со мной воевать тогда? Потому что она тебя из квартиры тряхнуть хочет. В общагу или еще куда-нибудь. Ты подожди, квартира моя и Мишкина. Она вообще к этому отношения не имеет. Ну так попробуй ее в этом убедить. Слушай, когда обедать будем, а? А ты у Насти спроси. Она тут тоже живет, может хоть раз приготовить. Да ладно, ну ей некогда, у нее аспирантура, ведь ты знаешь. А я беременна. Должна за ней ходить убирать, готовить. Да она палец о палец не ударит. Миша, у меня токсикоз, мне покой нужен. Хотя тебе на это все равно. Обедали. Молоко убери на место. Шасти. Где у нас спички, а? Что за дурацкая привычка пить из бутылки, а? Миш, ты чего? Чего? Потому что следить за собой надо. Ты не одна живешь. Пожалуйста. Правильно. Правильно Маринка про тебя говорит. Интересно, что твоя Маринка правильно про меня говорит? Да то, что избаловал я тебя, что она говорит? Ты взрослая девка, а тебе постоянно няньки нужны, чтобы он следить за тобой. Конечно! Брату-то пиво не догадалась купить? Лучше разъехаться, потому что это невозможно так жить. Мы же чужие друг другу стали, Миш. Куда мы разъедемся, а? Я не знаю, ну можно квартиру разменять на две комнаты. То есть ты предлагаешь мне с женой, с ребенком переехать в комнату в коммуналке, да? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь, а? Миш, ну, мне-то что делать? Скажи мне, пожалуйста, вы же меня задушите скоро тут вдвоем, ну. А попроси. Ну, возьми и попроси комнату в общежитии. Ты аспирантка, тебе дадут. Скажи спасибо, что тебя мама с папой не слышат. Да все, не начинай! Это ты не начинай! Не уеду я никуда, понятно? Потому что квартира и моя тоже не уеду, не дождетесь вы! Сафонова, ты понимаешь, что ты у меня просишь? У меня на очереди два десятка ребят из деревень. А я должна тебе дать комнату? Извините. Сафонова! Не приходи ко мне больше с такими просьбами! Хочешь, бросай аспирантуру. Поезжай вон в деревню. Там тебе будет и работа, и жилье отдельное тебе там будет. Хочу. Что? В деревню хочу. Направление выписывайте.
Все. Настя. Пока. Настя. Ну, не уходи. Я же себя не прощу, Настя. Да перестань, нормально все, будешь меня в гости приглашать. Настя. Все нормально, тебе говорю, перестань. Пока. Петр Васильевич, а кто просто? Кто просто Васильевич? Очень приятно, я Настя. Ну, Настя, пойдем в машине. Вон стоит. Ну, ну наконец. Не кипятись, Лариса Ивановна. Техника подняла. Встала моя красавица, ни в какую. 5 километров пешком шли. Да ну тебя! Тебя вечно свой репертуарчик. Пойди лучше в приемную. Носки теплые принеси, да. Ну, с приездом. Давай знакомиться. Меня Лариса Ивановна зовут. Я Настя. Очень приятно. Мне тоже. Сейчас вот тут... диплом, все рекомендации, все. На вот горячую. Спасибо. Попей. Диплом красный. Ну что, что-то не так? Ты со своим красным дипломом сбежишь от меня через неделю. Да ну не сбегу, правда. Да ладно тебе. Накинулась на девку. А может, ей понравится здесь. Народ у нас не злой. Да и ребятишки хорошие. Не избалованные. Ладно, спать пора. У меня переночуешь или к себе сразу подашься. Там натоплено. Васильич, натоплено? Ты топил, Васильич? А то я и белье свежее постелил. Ну, тогда и лучше к себе, если можно. Осваивайся. Ага. Если что надо, смелых соседей. Семеновой. Семенова, Семенова, запомнила. А я уж послезавтра зайду. Ага. Спасибо вам огромное. Пойду посмотрю. Хозяйство, да? Thank you.
Здравствуйте. А я Нина. Соседка ваша. Я Настя. Очень приятно. А, учительница новая? Да. Ой, а может быть, вы подскажете, где у вас тут продуктовый магазин? Да ты че? Сегодня же выходной. Продуктовый закрыт. Слушайте, что же делать-то? У меня даже еды нет никакой. Это, молоко, яйца я могу тебе свои продать. Было бы очень здорово. Спасибо вам большое. Ну, хлеб просто так дам. Спасибо. Павлуша, Виталька, бегом в дом. Принесите яйца, хлеб и молоко. Бегом, бегом! Стоять! Пашке скажите, пусть от телека оторвется и сюда идет. Ага. Ну, чё? Чё-чё? Поздоровайся. Здрасте. Здравствуйте. Пашка, давай бегом за водой, и печку надо растопить. Сейчас сапоги одену. Да вы мне только покажите, что как. Дальше-то я уж сама справлюсь. Ой, куда ж так много-то? О, пригодится. Давай, тихонько. Печка, спасибо, Павлуша. Молочко. Спасибо. Так, давай, Виталька. Ага. Там яйца. Да, спасибо. Я сейчас за деньгами сбегаю. Да ладно, потом, потом. А ты наша новая учительница? Да, только не ты, а вы. Я же все-таки учительница. Не волнуйтесь, научим. Ну что, учительница? Давай помогу. Спасибо. Спасибо. Поняла, как печку забить? Угу. Заслонку не забудь открыть. Угоришь. Поняла. Так, за водой. За водой мы ходим через улицу. Ну, я по возможности буду тебе сам приносить. Спасибо. Может, молока хотите? Опились мы этого молока уже. А ты, значит, Настя? Анастасия Николаевна. Не надо так на меня смотреть, ладно? Хорошо, Анастасия Николаевна. Не буду. Ну, ты, если что, зови. Да, ну, мы сама справимся.
Нет, все, хватит. Бежать отсюда, все. Настя! Вставай, дочка! Пока учителя не разбежались, острый вопрос не стоял. Ой-ой-ой. А теперь каждый день из района звоночек. Закрывайте школу, закрывайте школу. Я вообще не понимаю, как вы выжили. Ой, так и живем, еле-еле. Родители помогают. И даром, что я глава администрации. Я здесь и математик, и чтение веду. И Васильич, дай бог ему здоровья, у нас и завхоз, и трудяга. Хоть и руки из одного места. Ох, язва-то, Лариса. Похвалить хотела, а все-таки припечатала. А вас похвали. На шею сядете. Прошу. А вот это наша гордость. А вот, это наш земляк. Георгий Михайлович Карпов подарил нам этот компьютерный класс. Впечатляет. Он наш район с колен поднял. Ферму построил. Всем работу дал. Повезло вам с земляком. Ой, проходите. Не помешало, нет? Да, нет, что вы. Наоборот. Так. Вы проходите, садитесь. Так. Садитесь, сейчас будем чай пить. Ага. Так. Красотища какая. Спасибо вам, ваш Павел так помог мне. Да, Павел. Павел мой племянник, живет у меня. Понимаешь, сестра моя, ну, мать его, она умерла. А Павел пока был в армии, то отец его тут подженился на одной. Ну, дом продал. Уехал. Пашка вернулся, никого ни двора, никому не нужен. Вот такая вот тяжелая судьба. Понятно. А с ногой у него что? А, это ранение. Понимаешь, он не просто в армии был, а в горячей точке. Ну, вот друга там спасал. Да. Да, ничего себе. Подождите, а на что он живет сейчас? Ну, Пашка у нас на все руки мастер. Он может и насос отремонтировать, и мотор перебрать. Кому надо, может, крышу перестелить. Люди его любят. Жалеют. А чё вчера не пришел? Занят был. И где занят? Училка новая приехала. Я ее печку учил топить. Больше ничему не учил. Да ладно, тянись. Красивая она? Смешная. Вот такого вот росточка. О. Глаза как фары.
Сашка. А ты никак влюбился. В училку-то, а? Да ладно тебе, а? А то я не вижу, аж разрумянился весь. Ты бы ее видела. Здесь пусто. Что спереди, что сзади. Все одно. Подружимся. Зайти. Соседи все-таки. Ну, проходи, чего стоишь. Да, не густо. Как жива ты еще? Ну, извини, гостей сегодня не ждала. Налишь? Налью. У тебя? Не чувствуешь? Да нет, нормально, по-моему. Выходи, угарный газ! Ай! Ху! Ху-ху-ху! Открывай. Ху! Настя, ты даешь, я тебя предупреждал. Ну, забыла, чего? Забыла. Смотри, это очень серьезно. Так, заснешь как-нибудь и не проснешься. Я поняла, все, все, не надо меня учить, ладно? Фу. Ну, в общем, я не за этим приходил. Зачем? Слушай, может быть, выпьем? А что, ну, соседи все-таки. А у меня нет спиртного, правда. Есть? Нет, я не пью. Нет. А мы не гордые. Ну, ты вроде как спас меня, да?
Угу. Чего ты смотришь? Ну, давай. Благодари. В смысле? День добрый. Ой, Лариса Ивановна, здравствуйте. Проходите. Ну что, обустраиваемся? Ну вот, помаленьку. Ну, как тебе наши дети? Ой, да детишки замечательные. Ну, по программе отстают. Ну, здесь у нас секретов не было. Вы же сами знаете, какие у нас учителя. Сегодня здесь, завтра там. Наши дети неделю учатся, а две недели по домам сидят. Да мне кажется, не только в этом, вернее, дело. Просто меня одной мало, понимаете? Ну вот смотрите, у меня сегодня на уроке сидело 3 класса. И что, первоклашка меня только за объясняю, а 3-й классники скучают. Это же не дело. Ну так что конкретно предлагаешь-то? Если предложить хорошую зарплату, но обязательно кто-нибудь приедет, так же, как и я. Так где я возьму тебе хорошую зарплату, а? Ты что выдумала? Мне крышу перекрыть в школе не за что. Рамы насквозь прогнили. Всем хорошую зарплату подавай, Клад. Лариса, где взять? Я не знаю. Если попросить родителей раз в месяц платить какую-нибудь сумму, если все вместе сложить, как раз хватит на зарплату пару учителей. Ты что, милая моя, хочешь, чтоб с моей должности меня поганой метлой погнали? У нас образование по закону бесплатное. Угу. Бесплатное. Да знаю я, что бесплатное. Просто по тому же закону вашу школу давно должны были закрыть как малокомплектную. И что, родителям в 5 утра вставать, вести детей в райцентр? По закону. Здравствуйте, Анастасия Николаевна. Здравствуй, Наташенька. Здравствуй, детка, здравствуй. А вообще у нас народ-то не бедный. У половины отцы в Москве на заработках. Ну? Что ну? Я по должности не могу. Не могу предложить такого. А я могу. Мы сможем купить для ваших детей новые учебники, доски. И что самое главное, сможем пригласить еще учителей. А вот скажи мне, Лариса Ивановна, кто мне за мои деньги поручится? Я их за дочь сдам, они уйдут не по назначению. Ну, Денисыч. Не ожидала от тебя. Ладно тебе, Денисыч, сказал тоже. Я насчет Ларисы уверена. Та и Настя, по всему видать, человек надежный. Согласна платить. Ну, и я буду платить, если уж Нина согласна, не будет против. Ну, а кто хочет завхозом в школу пойти? Я хочу быть завхозом. Я, говорю, тебя хочу поблагодарить за то, что мне жизнь спас. Давай, благодари, говорю, давай. Хрясь по морде, давай, и все. Ну, что такое, ну? Дурак ты, Пашка. Корена не пьет. Ну, не пьет она. Ну, на кой ей твое пойло? Это же не Нюська.
Ну, что делать-то? Ну, тут как? Ну, может, цветы. Или духи хорошие. Вот, понимаешь, ну, как-то тоньшее. Она же учительница. Анастасия Николаевна, вода пришла. Анастасия Николаевна! Просыпаемся. Просыпаемся. Открывай глаза. Открывай, открывай глаза. Давай, дыши, дыши. Дай мне, пусти меня домой. Туда нельзя. Почему? Говорил тебе, заслонку надо открывать. Да. Чего ты меня смотришь? Ты просто... Хорошо как-то стал. Это от угара. Скоро пройдет. Вечером как? Ждать тебя? Встала я, пойду спать. Войдите. Ну ты что, домой-то идешь? Ну, сейчас допроверяю, пойду. Ладно. Тебя здесь подожду. Спасибо за цветы. Хочешь, я тебе буду каждый день таскать? Не надо.
Да. Пока. Пока. Нормально. Ну вот. Лестница у тебя есть? Теперь жених и невеста. Павлик, что за вопросы? Ну ты вообще, они просто встречаются. Так, Виталик, не твоего ума дело тоже. Так, урок окончен. Паша, стой, остановись. Так, ты зачем ты глупости про меня и Пашку говоришь? Чего, все так говорят. Что говорят? Ну? Что вы жених и невеста. Стерва подколотная, вот кто. Что вам надо, а? Что надо? Да
чтоб ты сдохла, вот чё. Ну, уберите, уберите руки! Я поняла! Уберите руки, помогите! Я тебя всю душу вытрясу, пью! Да нормально все. Хотела тебя спросить просто. А у тебя кто-то был на меня? А ты думаешь, я к тебе новенький из магазина пришел? Да нет, я про настоящее время. Я не понимаю. Я про продавщицу из виноводочного. Нюська, что ли? Ага. И что? Она говорит, что ты ее любишь. Я Нюську? Угу. Настя, она пьющая, одинокая женщина. Вот и выдумывает всякую ерунду. Вот это все слово корова. Первая буковка К. Скажи К. К. Угу. А здесь найди мне такую же буковку. Вот. Да, молодец. Видишь, важное, да? Ножку отставила. А здесь? Вот. Не, нет, Сеня, другая буква. Видишь, у нее крыша, как у домика. Буква Д. Дом. Господи. Да не мучьте вы его! Вы ко мне? Мать, я его жду, а домой не идет. Думала, уж случилось что. Вы извините, просто я его после уроков задержала. Вы же сами понимаете, им нужно больше времени, чтобы усвоить материал, чем остальным детям. Сень, ты собирайся пока. Все, на сегодня закончили. Давайте выйдем поговорим. Понимаете... У Сени очень хорошо развито воображение. Он замечает такие вещи, которых другие дети просто не видят. Знаете, муж у меня любил выпить. Я Сеню от алкоголика родила. Так что вы его не трожьте, больную. Да ну что вы, я бы не была так категорична. Да, какие-то вещи он понимает труднее, но просто с ним надо больше заниматься. Хватит! Я же сказала, не надо нам. Господи, да я его и по врачам таскала, и по знахарю. Вы понимаете? Больной он, на голову больной. Он ничего не понимает. Он отстает от всех детей, все его тупым считают. Можно? Заходи, заходи. Я тут, Настя, с тобой поговорить хотела. Ты, девушка, много-то на себя не бери. В каком смысле? А в таком. Приходила мама Мельникова, Сени. Говорит, что ты против ее воли мальчика после уроков заниматься оставляешь. Ну, Сеня отстает по программе, вы же знаете. Ему нужны эти занятия.
Настя, Сеня больной мальчик. С ним занимайся, не занимайся, толку не будет. А матери лишние нервы. А я вам, как педагог, говорю, что толк будет. Просто мальчику нужно, чтобы в него поверили. А я все сказала. Мальчика не оставлять. Хорошо. Извините. Это не все. Про Пашку хочу спросить. Что про Пашку? Да бабы на селе свистят, что ты специально с родителей деньги собираешь, чтобы своему мужику хорошую ставку положить. Я надеюсь, вы же им сказали, что это неправда. А что я могу? Ну, в общем, Паша... Да понял я. Понял. Иди ты, Паша, на? Да? А то мне за тебя перед людьми стыдно. Паш, ну... Ты чего? Я вообще не это хотела сказать. Бабы, бог знает, что болтают. Ты что, теперь вешаться? Я просто хотела посоветоваться с тобой. Что делать? Что делать? А ты на район поезжай, найди себе нормального мужика. Не инвалида. Почти. Что ты несешь, а? Что я несу? Знаете что, Настасья Николаевна? Мы без вас как-то жили и проживем. Паш, ну... Паша! Паш, стой! Ну, пожалуйста, остановись! Чего? Ну. Прости, я правда не знаю, что делать. У меня же никогда такого не было. Никогда не видели, а? Это же супер крутая машина! Будешь хорошо учиться, Виталик, вырасти, что же на такое заработаешь? Быстренько, опаздываем! Давай, давай, давай! Сенечка, дальше продолжай. Ну, просто найди знакомые буквы, хорошо? Проходите. Вот, Георгий Михайлович. Та самая Настя. Ну, здравствуй, Настя. Наслышан о твоих подвигах. Спасибо тебе за ребят. Вам спасибо. Но выйдите, пожалуйста, из класса. Вы мне урок срываете. Ну, хорошо. Хорошо, мы пойдем. Пойдем. До свидания, Анастасия. Николаевна. Николаевна. До свидания, Анастасия Николаевна. До свидания, ребята. Ларис, ну ты же сама все понимаешь. Детей мало, 2/3 класса пустуют. Помещение сырое, нужен капремонт. Ну, потерпим еще. Ну, не знаю. Вы просили зайти? Да-да, заходи. Настя, здесь Георгий Михайлович хотел побеседовать с тобой о нуждах нашей школы. Ты же кое-что лучше меня уже знаешь. Ну что, учебники новые нужны, поскольку у нас советского времени остались. Потом пособия, канцтовары. Ну, вы сами знаете, как далеко магазин, да? Ну, я кое-что там прикупил. Оставлю, напиши список, докупим.
То, что надо. И шрифт крупный. Коробку тебе Васильич в учительскую принесет. Угу. Не ожидала. Да ладно. Я рад, что попал на самом деле. Думал, маленький еще. Рановато будет. Да они у Насти читать навострились. Скоро Толстого придется привозить. Молодец, уважаю. Нет, просто дети способные, вот и весь секрет. Ой, да ладно, не прибедняйся. Я год назад сюда же приезжал. Те же дети, что первый, что третий класс. Они даже букв не знали. Ладно, спасибо. Ну, все, мне пора. Всего доброго. Еще раз спасибо. Обращайтесь, Анастасия... Николаевна. Настя! Настя! А? Давайте подвезу. Да нету, 200 метров. Боюсь, пролетим на цель. Да не хочешь на машине? Давай просто так провожу. Я вам говорю, мне недалеко. Слушай, а давай завтра за концтоварами поедем, а? Тебе что-то тоже надо? Если понадобится, то я сама. Ну, куда ты сама? Ну, поехали. Или ревнивый муж тебя не пускает? Говорю же, я все решаю сама. Ну, да ладушки, тогда я завтра заеду. Он работает, полобласть обеспечивает, представляешь? А сам начал простым работягой. Не то, что я. Паш, ну ты чё, ну прекрати. Ладно, спать пойду. Устал. А вы посуду помоете? Это нужно для школы. Делай ты, что хочешь. Не спрашиваю, а? Вали куда хочешь! Катайся на мерседесах! Я себе попроще найду! Без высшего образования! Здравствуйте. Привет. Простите меня, но я не поеду. Орёт вы не пускает? Я говорила, сама все решаю. Нет, это я сама решила. Ну да, список, что надо. Личные просьбы тоже выполняю. Это для школы. Thank you.
держи твои концтовары. Спасибо. Как вы быстро. Ну, долго ли умеючи. И вот, тоже держи. А что это? А домой придешь, посмотришь. До свидания. Откуда? Я просто померить, я его верну, Паш. Кому? Кому ты вернешь? Ну говори! Паш! У кого? А? Паш, ну... Чье платье? Снимай. Подарочек тебе пришел вернуть. А, вот ты какой орел. Я думал, ты покрупнее будешь. Какой есть. Зря, платье-то хорошее. Отстань от нее. Вот она мне скажет, тогда отстану. Я тебе говорю. Это кто такой? Муж ее. Муж. Муж, я понял твои претензии. Приму к сведению. Я тебя предупредил. Ты что, мне угрожаешь? Не-а. Да, слабовато для училки. Она-то девка с характером, а ты так. Ошибка природы. Вали отсюда, муж. Чёнку врать. Может, не уйти, а? Как хочешь. Васильевич проболтался, школу-то нашу хотят закрыть. А, вот так. На ее месте ресторан поставят для богатых москвичей, которые к нам на охоту приезжают. Подождите, чую закрывать, она же так одна. Вот так. Ну, хотят закрыть и все. Так, спокойно. Мы скажем Георгию Михайловичу, он что-нибудь придумает. Настя, это как раз твой Георгий Михайлович хочет-то нашу школу закрыть. Да путайте вы что-то, не может быть, он же помогает нам всегда. Ой, Настя, может быть. Теперь такое время. Все может быть. Значит, вы все знали и молчали. Что я могу? Что ж я?
против властей должна идти. Нет, надо что-то делать. Нужно с ним поговорить и все ему объяснить. Не буду ничего объяснять. Бесполезно это. Если он что задумал, сделает, не отступится, я его знаю. Я думаю, еще посмотрим. Настя, ты куда? До свидания. Настя, вернись! Да я все понимаю. Молодая, кровь бурлит, хочется подвига. Но ты здесь человек новый. Извини, чужая. А я вон в соседней деревне вырос. Я каждую собаку здесь знаю. А при чем здесь это? А при том, если бы я ферму здесь не построил и денег бы не пригнал, то, наверное, бы все с голоду сдохли или спились. Понимаешь? Ну, да я могу спокойно плюнуть на эту деревню, заниматься бизнесом в Москве, все было бы очень хорошо. Но я не могу, не хочу. Вот здесь моя родина, понимаешь? Вот здесь моя родина. Родина, я приняла школу, зачем закрываете? Вы понимаете, каково будет детям и их родителям? Ну, для детей мы дадим автобус. А родителей? Для родителей будет работа. Ты это понимаешь? Понимаю. Ну, это когда мужики молодые не могут спокойно ездить на заработки в Москву, а когда сил нет. Вон, для баб здоровых нет работы. Молодые и здоровые от скуки пухнут. Вот они водочкой и веселятся. Угу. А теперь представьте. Маленькие дети зимой в 5 утра 2 часа трясутся в автобусе. Они из простуды вылезать не будут. Понимаете, какая школа? Настенька, я же сказал, мы дадим замечательный новый автобус. Плюс дороги проведем. Тогда через год. Слушайте, я правда не понимаю, для чего вы купили учебники, тетради, зачем? Вы же изначально знали все. Ну, во-первых, я не знал, дадут ли денег или нет. А если бы не дали, то была бы баста. А во-вторых? А во-вторых? А во-вторых? Ты сама этого не понимаешь? Понимаю. Только школу вы не закроете. Я написала письмо главе района. И прошу вас всех подписать. Да больно ты умная. Нам Георгий как отец родной. Не, я подписывать не буду. Верно говоришь, что ли? Не станем подписывать. Послушайте, ну это ваши дети. Ой, а я подпишу. Мои так болеют, в школу не ходят. А в район мотаться будут, совсем бездарями останутся. Спасибо. Я, пожалуй, Ваньку своего хочу тоже тут оставить. При вас, Анастасия Николаевна, он хоть на человека стал похож. Спасибо. Спасибо всем. Паш, иди домой, а? Здесь мой дом. Паш, ну, Настя придет, а тебя там нет. Угу. Настя сегодня сказала, иди ты, катись. Вот я ни за что не поверю, что Настя тебе так сказала. Чего тебе? Да вот решила у тебя яиц прикупить. А свои яйца что, кончились? Кончились, Нинок. Пашка, а что ты здесь сидишь? Оттуда вы прогнали? Язык попридержи, а. А что я такого сказала? Просто все говорят, вот и я говорю. Кто? Кто говорит? Ой, а то ты не в курсе. Говорят, что училка твоя с Георгием шашни крутит и в город с ним собирается. Вот пригрели змею, а. Ты что мелешь? Ты что, не знаешь? Настя против Георгия пошла. Всю деревню подняла, когда он школу решил закрыть. Ой, наивная ты, Нинка. Или притворяешься? Да это на людям пыль в глаза пускает. Днем с ним воюет, а вечером постельку стелит. Пошла вон отсюда. Да ладно? Да ладно, что я сказала? Вон пошла, говорю тебе. Что я сказала? Чтобы ноги твои здесь больше не было, поняла? Слушай, Нинка, совсем у тебя крыша без мужика съехала.
говоришь, иди. Третьим, что ли? Что? Сговорились все, что ли, да? Настен. Настен, детка, проснись. Настен. Пришел. Это я пришла. Лариса Ивановна. Чего дверь не закрываешь? Я просто думала, неважно, что, что-то случилось? Случилось. Что это значит? Отказ? А я что говорила? Я говорила, все бесполезно. Так. Дайте мне машину, я поеду в город к губернатору. Куда? Вот, давай. Иван Александрович. Вот, рвется. Говорит, что с Георгием Михайловичем приехала. Ну, что вам нужно, девушка? Что? А это та учительница из той школы, помнишь, я говорил? Понял, понял. Все нормально, Ритечка, иди. Ну, что вы хотите? Иван Александрович, я приехала вас спросить, чтобы вы не верили этому человеку. Понимаете, дело в том, что наша школа, она... Да, подожди, подожди, стоп. А ты что, ничего не сказал? Нет, не успел. Дело в том, девушка, что этот человек, как вы его назвали, сейчас отказался от притязания на вашу школу. Хотя я уже был готов удовлетворить его просьбу. Настя! Настя! Ну, куда ты убежала, а? Да просто мне стыдно стало, правда. Я о вас плохо подумала, а вы, оказывается, совершенно другой человек. Ну, если честно, то мое мнение по поводу школы не изменилось. Почему вы тогда отказались от своей затеи? Когда мужчине нравится женщина, то он готов сделать так, как она хочет. Знаете, я лучше пойду, меня вон Васильевич ждет. Настя, ну зачем на Васильевича, а? Поехали на моем красавце. Васильевич, выезжайте! А Настеньку я сам отвезу. Пойдем. Настю отвозил. Привез, что ли, уже? Вез, да не довез. Ее Георгий перехватил в городе. Сказал, что сам привезет. Какие люди и без охраны. Есть что выпить? Мне тогда 23 года было. И я не знал, что в женщине главное, чтобы ум, доброта были. Как тебе? Настя. Ты самая красивая. Давайте счет попросим. Хотелось бы до темноты вернуться. Счет принесите, пожалуйста. Давай. Твои училки. Не, сам к училке.
Не. Что? К Нине, пойду. К Нине. Сейчас зашел. До лета вы меня уже не увидите. Ну, всего доброго, Георгий Михайлович. Настя, ты что, плачешь, что ли? Нет, нет, просто в глаз что-то напало. Слушай, я что сказать-то хотел? Поехали со мной. Я понял, что я без тебя никуда. Милая моя, поехали. Поехали. Слушайте, не надо. Знаешь, ну что тебя здесь ждет, а? Ну вот что, ну посмотри, ну ничего, а со мной у тебя все будет. Завтра еще с утра заеду. Ты подумай. Можешь передумать. Настя! А? Настя! Погоди! Настя, дай я помогу. Спасибо. Настя, прости ты его, а? Настя! Парень места себе не находит. Настя, пожалей его. Настя. А меня кто пожалеет, а? Настя, да он любит тебя. Знаешь, любил бы, не спал бы с другими. Не было ничего. Ничего не было, Нюська, она просто... Хватит! Хватит его защищать, а? Ты понимаешь, что он мне врал все это время? Можешь вообще его передать, что я счастьем жила, семейного. Настя! Настя! Да... Настя! Дура девка. Я передумала. Не могу здесь больше оставаться.
возвращаться. Пока. Прощай. Слепай, что ли, а? Ты не видишь, что ей не нужен ей? Да пусть катится куда угодно, не сдохну. Пожалуйста, машину. Убедился. Где теперь твоя училка? Стой. Паш! Ты его не получишь.